Сегодня проходит очередное мероприятие «Спорт против наркотиков». 4 года назад мы стартовали и начали проводить данные мероприятия. Мы обратили внимание, что на улицах города есть молодежь, которая употребляет марихуану, употребляет спайсы, считают себя не наркоманами, они еще не стали внутривенными наркоманами, но, как практика показывает, и к нам в реабилитационный центр приезжают ребята, девчата, которые именно начинают употреблять наркотики внутривенные с марихуаны, с анаши, с употребления таблеток. И мы обратили на эту молодежь внимание и решили их убрать с того пути, на котором они находятся. Начали думать, а что нам придумать, каким образом их убрать с этого пути. И придумали такое мероприятие «Спорт против наркотиков». Это турнир, соревнования по мини-футболу. И собрали более 16 команд, ребят, подростков, которые стоят на учете, которые привлекаются за правонарушения правоохранительными органами, и начали с ними тренироваться. Начали тренироваться, и из этого получились вот такие вот турниры по мини-футболу. И более 16 команд сейчас существует. Сейчас нас поддерживает администрация Ростовской области, администрация города Ростов-на-Дону, комитет по молодежной политике, министерство спорта поддерживает данное мероприятие. И даже администрация Ростовской области выделила призы, воду, медали для ребят, которых мы в конце мероприятия наградим. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню молодежи, администрация города Ростова-на-Дону совместно с общественной организацией «Ростов без наркотиков» проводит уже не один раз. Турнир направлен на популяризацию здорового образа жизни, на популяризацию спортивных видов, таких как мини-футбол. Участники соревнований – это представители молодежных общественных организаций. Пожелаем участникам соревнований успехов и удачи в турнире. Я хотел бы поблагодарить администрацию города Ростова, администрацию области Ростова за то, что они дали возможность провести такой замечательный праздник. Вот, на этой замечательной площадке ребята собрались поиграть сегодня в футбол. Вот, это огромный плюс в развитии здорового образа жизни как города, так и области. Вот. Еще огромное спасибо ребятам Ростова без наркотиков, замечательные люди, которые очень много делают для того, чтобы вытащить молодежь из вот этой кабалы, в которую они попадают, и за которой очень много жизней и судеб ломается. Огромное спасибо за это. В то же время им еще раз спасибо за то, что они приглашают меня и остальных ребят, которые спортсмены, которые чего-то добились в спорте. Вот, постоянно на футбол такой же. Вот мы постоянно уже замечательную традицию это все превратилось. Ростов без наркотиков и футбол проводят, и играют и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, и ветераны футбола, и футболисты. То есть и за это тоже огромное им спасибо. Еще мы совместно с ребятами Ростов без наркотиков сейчас разрабатываем новый проект. И будем приобщать ребят не только к футболу, здоровому образу жизни, но и также будем приобщать их к смешанным боевым единоборствам. То есть я непосредственно являюсь тренером спортивного клуба «Легион», вот, по смешанным боевым единоборствам. И сейчас мы работаем над тем, для того, чтобы найти помещение,
то есть уже в принципе уже есть уже варианты, то есть мы сейчас рассматриваем и будем проводить там тренировки по смешанным боевым единоборствам, где будут тренироваться ребята из неблагополучных семей, из трудных подростков, и также ребята, которые сошли с этой дороги нездорового образа жизни. Вот, поэтому будем развиваться, будем работать и, скажем так, приобщать ребят именно к здоровью, именно к правильной жизни, к здоровому образу жизни. Спасибо большое. С большим удовольствием принял участие в спортивном мероприятии, которое проводит организация «Ростов без наркотиков». И в преддверии Дня знаний, в преддверии Дня города такие мероприятия необходимы. И я считаю, что активно нужно проводить выходные дни. И сегодня тому подтверждение, более 8 команд участвуют на этом турнире. И ребята занимаются активным спортом, активным отдыхом. И я считаю, что дети должны быть в спорте постоянно, и тогда все остальные проблемы, которые, к сожалению, присутствуют в нашей жизни, и алкоголь, и табакокурение, будут в стороне. Меня зовут Мишурин Николай Владимирович, я руководитель отдела снабжения организации «Ростов без наркотиков». Вот. Мы проводим этот турнир не в первый раз. То есть первый раз мы проводили года 4 назад уже такой мини-турнир по мини-футболу. Было всего 3 команды. Сейчас участвуют 8 команд. Вот. И среди них ребята, которые, например, пришли, посмотрели, и было у них употребление каких-то наркотических веществ, они сейчас присоединились и играют на стадионе. Вот. Мы за здоровый образ жизни, мы хотим, чтобы наша
молодежь была здоровая, здоровая молодежь, будущее нашей страны. Вот, и хотелось бы поблагодарить Федерацию футбола, именно Сардака Николая Григорьевича, за оказанную помощь в организации этого турнира. Данное мероприятие, турнир по мини-футболу, проходит при поддержке правительства администрации Ростовской области. И нас также здесь поддерживает отдел по церковной благотворительности социального служения. Здесь собралось несколько команд, так как и общественных организаций, реальной Донской гимназии, и просто ребята, просто дворовые ребята с улиц, которые пришли нас поддержать в этом дворовом турнире. Данное мероприятие уже проходит 2 года, и очень знаменательно, что нас сегодня здесь поддержало правительство администрации Ростовской области. Это говорит о том, что они нам верят, в нас надеются, и значит, у нас есть возможность пропагандировать здоровый образ жизни не только нашим ребятам, которые проходят реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости, но и той молодежи, которой мы соприкасаемся, с которой мы общаемся, с которой мы дружим. Турнир закончен. Огромное спасибо всем, кто принимал участие. 3-е место в турнире «Спорт против наркотиков» заняла организация «Союз добровольцев России». Очень хорошая организация. 2-е место заняла команда «Ростов без наркотиков». И 1-е место занимает команда «Олимп», капитан. Я бы ему 2 кубка дал бы еще. Еще 1 кубок дал. Лучшего вратаря давай. Спасибо большое за участие. Надеемся, что через 2 месяцев еще раз соберемся.